В столице провели первые полевые испытания военного беспилотного аппарата отечественного производства. Новый разведывательный авиационный гаджет «Шагала» разработали военные ученые Национального университета обороны. При его создании учли все потребности казахстанской армии, в том числе географические возможности. Дальность полета беспилотника до 30 километров. В воздухе он может находиться до 2,5 часов. Устойчиво ведет себя при усилении ветра до 14 метров в секунду. Он уже прошел полевые испытания, показал по своим техническим характеристикам неплохие технические возможности. В дальнейшем прорабатываем вопрос взять его на вооружение и поставить на вооружение вооруженных сил Республики Казахстан. Опытный образец «Шагала» оснащен программно-аппаратным каналом связи, собственным криптографическим протоколом и защищенными каналами связи. Во время полевых испытаний экспериментальной модели разработчики опробировали новейшую систему питания, устойчивую к низким температурам. Уникальная аккумуляторная батарея – последняя разработка специалистов Национального университета обороны.